Федор Емельяненко провел схватку по армрестлингу против Эдгара Запашного. Давай, 3-4. Впрочем, Федор не новичок в этом деле и имеет достаточно сильные руки. Об этом заявлял и лучший в России и мире армрестлер, абсолютный чемпион Кубка мира профессионалов Немира World Cup 2010 в Сопоте, участник команды профессиональной лиги силового экстрима Денис Цыпленков. Федор в былые годы выступал в Японии по армрестлингу, где часто выиграл. Сейчас я вам поставлю мелодию, название которой вы мне напишите в комментарии. Приятного просмотра, друзья! Болеем за наших. Федор чемпион.